обещали, но не сделали. В одном из недавних выпусков нашей программы мы рассказывали о недоделанном ремонте в доме 3805. Тогда подрядчик пообещал закончить все работы к 21 ноября. С указанного срока прошла почти неделя, а капремонт не только не сдан, но и местами даже и не начат. Например, жители 12-го подъезда до сих пор продолжают мараться шпаклевкой, пробираясь через измазанные ею лестничные площадки. Ремонтники здесь так и не появлялись. 6 мая к нам не появлялись работники, которые начали выполнять ремонт в нашем подъезде. Намазали, все поободрали и исчезли. И с той поры никакого ремонта в нашем подъезде не выполнялось. Мы как жили в грязи, так и живем. Как нам рассказали в Управлении контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг, которое как раз и следит за проведением капремонта в жилых домах, подрядчик не уложился в поставленные сроки и теперь будет наказан. Ему выпишут штраф. При этом работы в других подъездах дома активно ведутся. Но только до 12-го они так и не дошли. На этот раз строители пообещали закончить капремонт как в этом многострадальном подъезде, так и во всем доме до 12 декабря.